В подмосковном Жуковском в эти минуты проходит генеральная репетиция летной программы Международной аэрокосмической выставки МАКС-2015. Как раз в эти минуты заканчивается генеральная репетиция. Сейчас в небе находятся российские пилотажные группы. Это русские «Витязи», «Стрижи». Впервые свое мастерство продемонстрируют крылья «Тавриды». Также на этом авиасалоне выступят латвийские летчики. Вот, кстати, иностранцев в этом году ожидается действительно много. Как вы уже верно заметили, подмосковный Жуковский готовится принять 156 зарубежных компаний, более чем из 20 стран мира. Свое участие уже подтвердили такие гиганты мирового авиапрома, как американский Boeing и европейский Airbus. Будут, конечно, и свои дебютанты. Чуть подробнее об участниках этого авиасалона нам рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Все те, кто принимали участие раньше, они, конечно же, остаются постоянными участниками нашего международного мероприятия. Ну и несколько слов о самой летной программе. Во время авиашоу зрители увидят новейшие версии истребителей МиГ-35 и Су-35. Но самая ожидаемая новинка, главная интрига, можно сказать, этого авиашоу – это истребитель пятого поколения Т-50. До сих пор неизвестно, примет ли участие машина в этом воздушном параде или нет. Не останется в стороне и вертолетная авиация. Здесь, пожалуй, наибольший интерес представляют Ми-38 и новая модификация Ми-26. Эти машины разрабатывали специально для полетов в Арктике. Они способны выдерживать экстремально низкие температуры до минус 60 градусов. Ну и помимо традиционной программы, гостей ждет еще одно не менее увлекательное и захватывающее зрелище. Впервые в России состоятся гонки самолетов и автомобилей. Лучшие отечественные автогонщики посоревнуются в скорости с идущими на взлет истребителями и вертолетами. Ну, надо сказать, что в этом году авиасалон ожидает небывалый наплыв зрителей. Только за первые четыре дня было продано почти 100 тысяч билетов. Специально для тех, кто будет добираться сюда, в подмосковный Жуковский, самостоятельно, без машины, организуют дополнительные электрички. Так что, в общем, все готово. Свои двери для зрителей, для гостей МАКС-2015 откроет уже 28 числа. Это ровно через неделю.